Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся гала-концерт, венчающий музыкальный конкурс «Дети. Голос Симбирска». Сегодня 120 ребят исполнили народные песни и колыбельные. Организатор Тамара Кулябина присмотрелась ко всем участникам. Некоторых из них она планирует прославить на всю страну. Три исполнителя вот конкурса «Дети. Голос Симбирска» прошли и будут участвовать в конкурсе «Поющая Россия». На сцену дворца попасть было непросто. Ребята проходили двухдневный конкурсный отбор. Дети от 3 до 14 лет демонстрировали артистизм и музыкальность. Сегодня своих воспитанников пришли поддержать воспитатели и педагоги. Сегодня мы уже с ансамблем выступаем, да, Алис? Вот, с ансамблем выступили, и нам даже вроде как дадут какой-то приз. Все дети в радостном предвкушении. Квартет малышей из садика номер 157 исполнил песню специально для зрителей Улправды ТВ. Пятилетние звезды признались, выступать на публике они совсем не боятся. Я в ответ шепчу природе, Русь моя, люблю тебя. Русь моя весенняя, Русь моя, люблю тебя. Конкурс «Дети. Голос Симбирска» проводится уже третий год. Организовала его некоммерческая организация «Ассамблея народов России». В этом году активисты ассамблеи получили грантовую поддержку от губернатора Сергея Морозова. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.